Всем добрый день. У нас сейчас будет краткий обзор на стиральную машину Westfrost. Машинка сегодня была доставка. Сегодня успел ее подключить. Сейчас уже запустил. Работает в режиме отжима. Здесь раньше стояла машинка, но тем не менее коммуникации плохо, что, конечно, не записал сразу. Первое, это слив был сделан. Выходил вот здесь вот. Да, соглашусь, что на некоторых старых машинках можно было подключать вниз. Вот сейчас все машинки говорят о том, что слив необходимо поднимать наверх. Как бы, если мы воткнем туда, даже при условии, если там поставить обратный клапан, то в любом случае он будет травить и будет идти самослив. Мы также поменяли кран. Кран стоял вверх тормашками, как бы, ну, поставил уже целый. Как положено, то, что, ну, кран либо вот таким вот образом ручку просто смотрел наверх, чтобы низ упирался. Ну, тоже, естественно, изначально можно было сделать это чуть повыше. Как, почему? Так, вот поставил боком, вроде не мешает. Так, машинка сейчас работает в режиме отжима. Тут у нас моделька. Здесь стандартный такой лоток, он довольно-таки большой. В принципе, если там под столешницу ставить. Также машинка полноценная. Здесь, если сушку кто-то там планирует, можно брать такую машинку, спокойно можно поставить. Мотор здесь инверторного типа. Сейчас немножко пробежимся по программам. Есть здесь быстрая программа, ежедневная, джинсы, пуховое одеяло, спортивная одежда, ручная стирка, отдельный отжим, антиаллергии, полоскание, шерсть, синтетика, экономный, предварительный хлопок при 40 и при 60. Естественно, температура меняется по диапазону. Ну, вот ее примерно режим отжима идет. Здесь вся панелька сенсорная, здесь указано потребление электроэнергии, внизу показано потребление воды. Почему ее сейчас остановим? Замок он говорит о том, что машинка заблокирована. Она остановилась. И вот сразу сработал магнитный замок, то бишь там вот можно уже сразу доставать вещи, как бы, это опять же, если как бы надо. Для отмены программы ручку индикатор проворачиваем в положение выключено. Дальше включение, что мы делаем? Проворачиваем вправо-влево, неважно, индикатор делает круг почета, и дальше просто задаем уже необходимый режим стирки по данному индикатору. Все, в принципе, после выбранной программы, она подгружает температуру, скорость отжима, по сути, можно запустить. Ну, если надо, что у нас здесь есть? Степень загрязнения, минимальная, максимальная, это средняя. Тип пятна, пот, кофе, масло, трава, регулировка температуры, скорости отжима по опциям. Сейчас уберем. Предварительный, дополнительный пар, интенсивная. Здесь у нас экономная стирка и быстрая стирка. Ну, что так по функционалу, в принципе, если честно говоря, неплохо. Как бы. Westfrost бренд, ну, также как бы средненький такой, неплохой, нехороший. Ну, нормальный, в принципе, ничего плохого по Westfrost я сказать не могу. Бак на ней разборный, сборка идет в Турции. Как бы нормальные машины. Внизу есть фильтр для прочистки слива. Ну так все, выглядит она вот таким вот образом. Такая полноценная довольно-таки машинка. Так что так вот. Все, обзор я закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.